добрый день. А теперь хочу сказать вам точно, вот я не знаю, как это связано, но смотрите, за мной вот ходит, я боюсь ходить по улице, вот честно, да, это за мной ходит очень много таких людей, которые я боюсь, и алкаши, и наркоманы, да, и тому подобное, да, этот. Вот я боюсь, я не знаю, к кому обратиться, да, потому что они постоянно меня где-то поджидают под этими прихожими, под, ну, короче, везде. И вот я только что прошел, они мне в ответ смотрят за мной, идут за мной, да, как это быть? Я пошел в милицию, написал заявление. Они мне сказали, мы будем рассматривать ваше дело. Ну и что? И никто ничего не рассматривает. Этот. Они ждут, пока, ну, на чем-то я попадусь. Как это? Ну, как? Я что-то не понимаю вообще. Люди, я вас прошу, помогите. Ну, я ничего такого не сделал, не совершил. Я еще раз повторяю, никого не убил, ни, ну, не изнасиловал, ни, ничего, не украл никого. Помогите мне, пожалуйста, ну, помогите, дайте какой-то совет, я не знаю, потому что это за произвол происходит, ну, я вообще в шоке просто, ну, ничего никто не делает. Меня сейчас возьмут на ровном месте, закроют, и все, и все, а там уже разберутся, что со мной делать. Почему я должен ходить оглядываться? С каких это пор это стало такое, ну, у нас в стране? Ну, не в стране, а, ну, в Одессе, да, что я кому сделал, да, я одному человеку, походу, кому-то перешел дорогу, и теперь меня будут преследовать всю дорогу, вон, смотрите, да, я иду, и он раз шел за мной, отвернулся и ушел, ну, что это такое? Люди, я вас прошу, помогите, пожалуйста, помогите.